Артем Муравьев встал на лыжи год назад. Зимой участвует в школьных соревнованиях, приезжает на Лазутинку покататься со своей семьей. Летом, пока лыжи ждут своего часа в кладовке, Артем не теряет время. Например, вместе с одноклассниками веселится в летнем школьном лагере. В парк культуры, спорта и отдыха пришел на зарядку с олимпийским чемпионом. Я сюда приезжаю почти каждую зиму, катаюсь. Никиту Крюкова я знаю по телевизору, несколько раз видел, как он очень классно катается, что он трехкратный чемпион мира по лыжам. Увидеть, как тренируется Никита Крюков, удалось не только Артему. На встречу со спортсменом пришли более 50 ребят. Серебряный призер Олимпиады в командном спринте, трехкратный чемпион мира, подготовил для детей много сюрпризов. Можете еще вот так вот делать, ква-ква-ква-ква, тогда будет быстрее получаться. Эстафета – это не просто разминка. Здесь просыпаются азарт и командный дух. Для детей это радость. Такую форму встречи чемпион выбрал не случайно. Тренировать детей нужно в форме игры. Это заряжает, это радует, повышает настроение. А детям другого ничего не надо. Не надо их посылать на подъемы, следить, чтобы они все выполняли, бегали. А вот в форме игры это и лучше запоминается, лучше усваивается. И вообще дети от этого получают больше эффекта. После веселых стартов каждый ребенок получил автограф чемпиона и совместную фотографию. Возможно, теперь кто-то из ребят, потренировавшись со звездой лыжного спорта, тоже захочет стать победителем и принесет не одну золотую медаль в копилку российской сборной. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».